Меня зовут Алексей, я работаю на предприятии по производству бытовой техники сварщиком бесконтактной сварки. Мое утро начинается в 6:20 утра, сажусь на машину и приезжаю сюда, проверяю механизмы, все сварочники, ну и приступаю, как бы сказать, к работе. Сварка начинается с первой детали, она называется U-образная. Это станок, он выгибает деталь, мы ложим внутрь станка, вот. Проверяем, как бы, чтобы поверхность была ровной, нажимаем на кнопку, станок выгибает, достаем деталь, готовую, как бы сказать, уже дальше к производству. На это производство я пришел по объявлению, решил себя попробовать в этой сфере. Когда пришел, мне эта сфера понравилась. Стало все получаться и, как бы сказать, ну, работаю. Мне нравится сварка, принцип работы сварки. Если не использовать сварку, то, естественно, не будет и микроволновки. Вот. Ни одну деталь не приваришь, и ничего не будет держаться. Коллектив у нас дружелюбный, жизнерадостный. Если в трудную минуту надо помочь, они помогают. Если даже, к примеру, надо вот, заменить кого-нибудь, то есть все равно люди приходят на помощь и заменяют. Коллектив мужской, и с коллективом ездим на рыбалку. У вас микроволновая печь есть? Есть. Она сделана моими руками. За это я люблю свою работу. Я люблю свою работу, потому что она делает утро моей страны добрым.